Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Праси Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатару веша кипа синду вевача патитанам павуне бхавишна вебью намо нама мукан кароти вача ланг пангун ланг хетгирим ят кипа там ханг банди парма нандамадам бинда вей тулсиде вей пия вей кесва сача Кришна бхакти паде деви саттабатвей намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин бясам тато жайо мудир Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашя пракаса неча Садануракта гуру бхакти жукта Бхакти прамадакша чагод баруньо Дхейям сада парибхавагнам авиштадохам Тиртас падам сива виринчанутам сараньям Бхитатихам панутапал бхавадипотам Банде махапурушате чаруна равиндам Ят пада паллаванака чандамани чатая Биспуржита камапикапавадушвадарши Пурнанурагараса сагара сарамурти Сарадика майкадаки памкарус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Сиаддайта Гададхара Сипасади Гаура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда. Сиаддайта Гададхара Сипасади Гаура Бхакта Бинда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Аджану ламбита бхужау канука бодатау, Санкиртанай капитару камала йотакшо. Вишам бару дижа бару жугадхар мапало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкачам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир жасва ча бхакшаси Жасьясте хиде самбид Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Кришна Кетана Гана Нартана Кала Патхо Джани Враджита
Шад-бхакта-вали-хаṃса-чакра-мадупо Сени-бихараспадам Карна-нанди-калет-дханир-бахатуме Жюва-мару-прангани Си-чайтанна-дяни-дета-валасад Лила-судха-свардуни Кришнат-киртана-гана-нартана-кала Патхо-яни-вражита Шад-бхакта-вали-хаṃса-чакра-мадупо Сени бихараспадам Карнананди каладханир бахатуме Девхамару прангани Си чайтанна дяни дхета баласад Лила шудха швардуни Горья Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told Горья Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что те, кто лишены анугати, они подобны животным. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что те, кто лишены анугати, они подобны животным, они заняты едой, сном и какими-то материальными наслаждениями, они не могут понять, кто такой Гауранга, кто такой Нитьянанда. Шрила Прабхупад, он говорил то, что пока мы не прекратим думать о нашей... То есть мы очень беспокойны, подобные обезьянам, если мы не прекратим думать о том, кто я, каково наше подлинное я, наше подлинное сварупа, если мы не будем интересоваться и думать о том, глубоко думать о том, о нашем подлинном истинном я, о нашей сварупе, то что толку от этой жизни, что мы будем делать в этой жизни. Просто есть и спать, этого мало в человеческой жизни. Есть люди, которые не задумываются о высшей цели, о предназначении души. Они же просто живут, как обычные животные, едят, спят и наслаждаются. И какова тогда разница, если внешне мы ничем не отличаемся от животных, а единственная разница в том, что у людей есть разум. У них есть рационализм, они могут думать, различать между вечным и невечным. Но мы, к сожалению, не все люди об этом думают и задумываются вообще. И вот вначале мы должны как-то определиться, что нам надо, куда идти, что делать, как-то определиться со своими целями. И вот наша сварупа должна быть сначала обнаружена. И это особые возможности, как мы вот совершали киртан. И там говорится, что я падшая душа, но великая душа Махаджан по своей беспричинной милости пришел к нам и спрашивает, что мы делаем, почему мы теряем свое время. Шри Чайтанья Махапрабху явился, чтобы спасти нас и тысячи всех душ. Почему бы вам не пойти к нему и обрести спасение? Много падших душ, как вы, они идут и смогли воспользоваться этой золотой возможностью. Но почему вы не решаетесь? Идите, не колеблитесь, идите и пытайтесь обрести эту великую милость. Это особые возможности. Никогда такого не было. Перед явлением Махапрабху никто не давал такой великой возможности. Но только сейчас мы можем совершать санкиртан под руководством Шримана Махапрабху и достичь высшей цели жизни. Мы должны слушать Харикатху искренне, совершать Харикиртан, и тогда все проблемы автоматически уйдут. И
И таким образом, это аватара Гуранги Махапрабху столь милосердная, он был совсем недавно, около, всего лишь около 500 лет назад. Чайтанья Махапрабху был по меркам вечного времени буквально вчера, совсем недавно. И вот если мы не воспользуемся всеми этими преимуществами, то вот в тот день я говорил, и вот тот, кто не смог обрести милость, воспользоваться такой великой удачей, обрести милость золотого аватара, тот человек очень неудачлив, если он, даже живя в такое время, не мог обрести этой милости, он бесполезен. И вот Прабхупада Сарасвати Пад говорит, и вот что же будет в следующих жизнях, если человек в своей же такой жизни, когда ему выпала столь величайшая удача, не смог ею воспользоваться. И вот мы не должны злоупотреблять этой великой возможностью. У нас есть возможность находиться в Навадвипе, прославлять Гуранга Махапрабху, совершать Харинам Санкиртан. И также все читания Бхагавата у нас есть. Все читания Чайтамрита мы можем обсуждать то, что в этих книгах, и обрести силу. И вот Вриндавана Стагу Махашо я говорил вчера. Вриндавана Стагу Махашо, он хотел прославить Баладауджи Махараджа. Он хотел прославить Баладева и его Расалилу. Поскольку какие-то люди демонического склада ума, они критикуют Баладев Расу, они даже не верят в Раса Марка, для них это невозможно. Как это возможно? И вот Вриндавана Стагу Махашо говорит, и вот Бхагаватам это свидетельство, и вот в соответствии с Бхагаватам здесь говорится. И вот два месяца Мадхумадхава, Баларам явился, и в Брихат Бхагаватамрите говорится. И вот Баладев пришел с Дваракадхамы во Вриндавандаму, чтобы успокоить, поскольку их сердце оно горело. И вот Баладев пришел, чтобы успокоить их. И вот Баладев пришел, и он совершал Расалилу. Баладев Рас, я уже говорил, на берегу Ямуны, в Обегаоне, деревня Обегаоном называется, там Баладев совершал Расалилу. Но несомненно, со своими собственными отдельными гопи. Я говорил об этом уже со всеми свидетельствами из всех шастр. И в Бхагаватам Вриндаванда Стаку Махашой он цитирует множество шлок. И вот Вриндаванда Стаку Махашой все шлоки о Баладев Расе он цитирует. Рамаха Капасу Бхагаван Гопинам Притимаваха Пурна Чанда Калам Риште Коймуди Гандавайуна Джамунапа Банереме Севите Сри Ганервита. I already discussed yesterday. Упагуйяману Гандарбайр Банита Соби Мандали Реме Карену Джутасо. Карени Джутхешо Махендра Ива Барана. Мин Упугия Ману. Упугия Ману Гандарбайр Банита.
И вот все жены Гандхавов, они все пришли и начали воспевать, танцевать. И они совершали это служение нам, и играли на музыкальных инструментах. Гандхавы пели очень прекрасно. И вот Баладев происходил, они еще находились в воздухе, им не надо было, ну, эти полубоги, они земли не касаются, они как-то над ней так чуть выше находятся, не касаются самой земли, признак полубогов. И вот подобно тому, как там слон со слонихой играют. И также вот Махендра, значит, подобно Индре. И вот это слово значит «на небесах». Различные музыкальные инструменты играли. И вот один. Дундуби. Это инструмент музыкальный. Да, барабан, видимо. И вот Гандхарва, они... В общем, кто-то из них пел, кто-то танцевал. Баладев тоже танцевал под музыку этих различных этих полубожественных сущностей. Полубоги со своими женами, они собрали цветы с Наданканана и сверху посыпали этими цветами, делали пушпа вришти, буквально дождь из цветов. И вот на... И вот они, в общем, создали такой дождь из цветов, кидали цветы сверху со своих этих виманов. Муни-риши Гандхарва, они начали прославлять лилу Баладауджи Махараджа. И вот он говорит,
И вот индийская и вот эти все мунириши проставляли Баладева. Вот в индийской этой традиции, скажем, эти мунириши, они, ну, как сказать, не, несмотря на то, что материальные отношения мужчины и женщины не особо, не уважают, но так уж подобно Лила Баладева, они прославляют и восхищаются ей. Но критицизм, критиковать что-то или кого-то, это не решение. И вот. И вот мунириши, они прославляли эту расу Лилу Баладева. Еще надо познать. Махарас говорит о разнице между камой и премой, между любовью и вожделением. Внешне может выглядеть похоже, но по сути очень отличается. И вот Баладев не отличен от Кришны. Шрила Прабхупада уже говорил об этом. Можно вспомнить, несколько дней назад я говорил. Хотя мы знаем, что Баладев, он первое проявление Кришны. И Кришна, он Вишая Виграха. Кришна, он Вишая Виграха. И внутри Баларама, Баларам, он тоже Адхиштан. Адхиштан. Вишая Виграхи. Уже там в Балараме. Кришна, он Вишая Виграха. Но особенность в том, хотя Баладев, мы можем заявить, что Баладев Вишая Виграха, Кришна в Югалгите. Кришна Баларам. Что-то пели, шли по лесу, и гопи, они прославляли их. И Кришна и Баларам, они Вишая Виграха. Кришна, он Вишая Виграха, и Баладев также Вишая Виграха. Но особенность в том, что Баладев никогда не не ожидает никакого наслаждения. Баладев, он всегда служит, ну как-то, он всегда служит, делает все для Кришны, считает Кришну своим господином, а себя его слугой. Но все же Шрила Прабхупад сказал, и вот Баладев танцует вместе со своими, со своей группой гопи, и в шастрах говорится об этом. И
вот те иммунирующие возвышенные личности, они ну, как бы недолюбливают отношения мужчин и женщин, а Бхагавана прославляют, хотя внешне делает очень похоже. И вот они прославляют этого Бхагавана, возносят ему ставы. И вот в Раса Лиле Баладева все полубоги, они его цветами, в общем, кидают цветы сверху, и вот полубоги, они знают то, что Баладев и Кришна не отличны друг от друга. Баладев, полубоги знают, что Баладев и Кришна не отличны друг от друга. Но опять же, это не значит, что мы можем говорить, что этот Баларам наслаждается гопи Кришны. Это неправильно. У каждого они отдельные, что говорить о шастрах. У них даже здравого смысла нет. Я вынужден говорить об этом. То есть у этих людей, этих, которые так говорят, не то что качества чари нету, даже обычного здравого смысла нету. Кришна, он младший брат Баларама, и всегда у него есть особая любовь, особая забота. Баладев, он к своему младшему брату Кришне чувствует такую заботу, естественно, как-то пытается ему всячески помочь, защитить его, позаботиться. И могу сказать, что это смесь Ватсаля расы, и в то же самое время Баладев, он саки расу имеет, поскольку он является лила с Баларамом, и это странно. Если вы не сможете погрузиться в Сиданту, но мы должны это изучать под руководством Гуру Вайшнава. Кто-то, мало кто может сказать это. И вот Баладев, он всегда является своей лилой с Кришной в саки расе, такой дружеской. И вот Ватсалья раса у него есть, такое родительское чувство заботы у него есть. И вот Баладев также оставляет свое право Матхура расы, поскольку он от Виштан Вишая Виграхи. И вот он... Он имеет право лилу совершать со своими отдельными гопи, но тут нужно заметить, что гопи Кришна он не трогает, поскольку если Баладев имеет любовь к Кришне, то, несомненно, те, кто последователи Кришны, те, кто любят Кришну, вот Брихат Бхагаватамрите мы об этом говорится, мы обсуждаем. Если у вас есть любовь к младшему брату, то у вас также должна быть забота к жене своего младшего брата. Разве это не так? Вы будете заботиться не только о нем, а также о его близких, женах и прочих. И мы не можем ожидать, что Баладев, он всех гопи Кришны к себе заберет. Это неправильно, это расабас. И вот Махапрабху таких людей, которые так думают, хочет выгнать из, не то, что из Гаудиматхи, а вообще из Гауди общества. Но иногда такие люди занимают большие посты, к сожалению. Кто сможет им дать достойный ответ? И вот Вриндавана Дас Тхакура Махашой пишет так. И вот все мунириши, они и вот эти риши-муни не поставляют лилы Баларама, а эти полубоги сверху кидают цветы с Нанда Канона. И вот эти полубоги, у них, конечно, есть
понимание какое-то, что хотя Кришна и Баларам не отличны друг от друга, но ведут они себя по-разному. И вот Вриндава Дастаку он поясняет это, что раз Баладева, она великолепна, и не нужно ее критиковать. Критицизм здесь не поможет. И вот Шрила Прабхупад и Бхакти Натхакур, они знали. Мы не столь удачливо хотели опубликовать эту книгу, но это какое-то Махарадж что-то перевели, но плохо перевели, но там переделать много. И вот Шрила Бхакти Натхакур говорит, в будущем, даже во время Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактивинода Тхакура уже беспокоился, что в будущем кто-то может извратить это учение. То есть люди ради денег готовы на все, либо ради дешевой славы, или еще ради каких-то мелочей. И вот Шрила Прабхупад мог понять, что в скором будущем некоторые станут сахаджеями или хуже, чем сахаджеи, поэтому он написал вот эти несколько страниц объяснения всего и пояснения. И вот Махарадж уже об этом говорил. И вот Шрила Прабхупад здесь еще раз хочет уточнить это все, как кто-то может злоупотреблять Расалилы Баладева, Расалилы Кришны. И вот много шлок. You cannot sit in same asana, same place. Not allowed. Any time, Vidyamsa, your brain can, because I already told, Nonu Pramada Agni Samo Ghito Sambho Ghito Kumbho Samo Kuma. Nonu Mane Nishchita Meva. So Mahaprabhu wanted to speak the same thing, na? Mahaprabhu wanted the same thing, na? Gadu Prakriti Hare Munurabhimon, even the model of woman, wooden man, wooden, statement. Daru Prakriti Hare Munurabhimon, Mahaprabhu already, same thing in Bhagavad. Bhagavad Siddhanta you can find from Mahaprabhu also. So you see, Mahaprabhu speaking that Daru Prakriti is the model of woman. Same Siddhanta. So Matta Sastava Vita, any time your brain become disorder, you can start doing more wrong things. So many times, anywhere, so many Niskin Janasya Bhagavad Bhajanan Niskin Janasya Bhagavad Bhajanan Mukasya Param Jiva Vishava Sagasya Sandarsanam Vishanamato Jasitananta Hahanta Hahanta Bisha Bhakkanotupi Asadhu. Follow so many slokas, but we have no time to discuss all in details, you know. So many slokas. Prabhupada wanted to quote from Bhagavad to establish this Siddhanta that Baladev Rasa is not woman association. Вот Баладев Раса — это не какое-то общение с женщинами. Вы не должны так думать. Баладев, он его Расалила, она, несомненно, это не стрисанга, мы можем сказать, что это обмен любовью между гопи и
им. Но обычные люди, ну, в Индии такое-то заблуждение много. И думаю, что это какая-то стрисанга или общение с женщинами, или что-то подобное. И вот наш Вайдавдас Тхакур Махашой говорит, и вот в разных ведах, ну, в этих ответвлениях вед есть ради разные риг, саму, яджурведы. И вот в этой ветке ригведы или самоведы, не все даже там одну ветку могут понять, или даже какую-то часть из этой ветки. Эти веды, эти яджурведы, самоведы очень обширные. А сейчас кали-юга, у людей там прочитать один раз возможности нет, не то, что там запомнить что-то, изучить детально. То, что вчера было, не все помнят, а там эти огромные там вед читать, это другая история уже. И вот люди в кали-югу очень, не как сказать, такие ограничены во всем, но есть также огромное преимущество у века кали, то, что с помощью нама санкиртаны может достичь наивысшей цели. И вот Вриндаванас Тхакур Махашой пишет, что во всех четырех видах, в четырех ведах тема о Баладеве очень скрыта, гупта. Вриндаванас Тхакур говорит во всех этих четырех ведах, эта тема о Кришне очень таком скрытом виде. Мало кто может догадаться об этом. Деяния, поведение Баладева очень скрыты. И вот Вриндаванас Тхакур Махашой говорит, что говорить, что могу сказать, почему бы не проверить во всех шастрах. И вот деяния Баладева великолепны, уникальны, и мало обычные люди не могут их понять. И в Пуранах также множество свидетельств этому. И вот Вриндаванас Тхакур говорит, что какие-то глупые люди, негодяи, они из-за своей глупости. И вот Сарвам Бхаттачарья начал спорить с Гопинатхачарьей. Он говорит, что он предельный лимит Бхагаватты. И Сарвам Бхаттачарья говорит, где доказательства, что он Бхагаван. В кали-югу не должно быть никакого Бхагавана.
приходить, где он, доказательства Гопинатха Ачарьи. Говорит, ты гордишься своей заученностью. И ты не можешь видеть, ты слеп, не можешь видеть очевидных вещей. Махабхарата, Бхагаватам, везде есть свидетельство, что Бхагаван не приходит в Кали-югу, Лила-аватар не приходит конкретно. То есть Бхагаван Лила-аватару не являет, но приходит вот, в другом виде. Вот. И вот кто тот, что вы слепы, что вы великие пандиты, что не можете найти Махабхарате, Бхагаватам. И вот некоторые только спорят. И вот кто-то. И вот Гопинатха Ачарья сказал, что ты заявляешь, что ты самый великий пандит, но не видишь таких очевидных вещей, как в Рамаяне, в Махабхарате, в Бхагаватам. Есть свидетельство тому, что в Кали-югу Бхагаван приходит, аватары есть, но просто в другом виде. И вот в 11 части Бхагавата можно найти такую шлоку. Нава-йогендра. В Нава-йогендра Савати Ними Махарадж спрашивает, и 9 йогендра один за одним отвечают. И Кали-югу Бхагаван, он будет поклоняем с помощью санкиртаны, нама-санкиртаны, и поэтому Вриндаванда Стагур пишет. Вот, и вот санкиртан пита в Кали-калу. Мы можем что-то предлагать, но это в той или иной степени осквернено, кто-то даже физически не осквернен, в уме может оскверниться, или деньги, на которые это все куплены, они тоже могут осквернены быть. Кто-то может фрукты покупать, и, но люди, эти продающие фрукты иногда жуют табак и оскверняются им потом. Эти фрукты трогают, дают нам, которые мы покупаем, они оскверненные, всякие мусульманы получаются. Ну, еще этим панжуют, плюют, а ветром этот, эти как там, сносят все на фрукты там или еще куда-то. Поэтому в Кали-югу ничего чистым не может быть, кроме Харинама Санкиртаны. И вот фрукты нечистые, саду нечистые, ситуация нечистая, фрукты нечистые, подношения, место, даже если вы очень много денег потратите, то чистоты не найти, она очень редка. И вот в четырех ведах ведах, Пуранах, Бхагаватам, но из-за глупости они и вот какие-то глупцы утверждают, что раса Баладева невозможна. Даже те, кто
читает книги какого-то Рада Говиндаджи. Он тоже написал много книг, но вот такие огромные ошибки там. Говорит, что Баладеврасы невозможно, что Харина Махамату громко нельзя повторять. Говорит, что Прабхунанда и Пракашананда одно и то же лицо, то есть вроде человек известный, красиво говорит, но столько глупостей внутри. Надо все фильтровать. Вот Махти Махарадж написал книгу, и Шрила Прабхупад написал, и наша Гурвага, что Прабхудананда и Пракашананда совершенно разные люди, жили в разных местах, разное время, и как они могут быть одним лицом. Вот Махарадж о всех заблуждениях вайшнавизма, такого, ну, так современного вайшнавизма, написал книгу «Бай Сахаджи, какой же ты Гауди». И вот есть Баладеврасы, и некоторые не видят ее, хотя вроде и не слепые, и это очевидно. И вот некоторые все равно не видят и пишут какую-то ерунду. Иногда пишут правильно, но не всегда надо вот смотреть каждый конкретный случай. И вот Вриндаван Дас Такур Махашой говорит, день был этот фестиваль Холи, праздник красок. Ну, и, то есть это, и вот два брата Кришна и Баларам. Иногда Бхагаван Си Кришна и Баларама, они посещают различные места, там и здесь, но их группа отдельно. Кришна со своими гопи, Баларам со своими. Okay, so upagiyamano
Лалитам стриратнуэр бадда согидой э салан кртану липтангоу срагвиноу э бираджо бираджо амбару. Бод Кришна Баларам и Гопика Упагио Мано, because true brother, na, Кришна Баларам. Упагио Мано, they are singing, Лалитам стриратнуэр бадда согидой by the attraction of the love affair, pure love affair of these Gopikas. И вот привлекались чистые любовью эти гопи, каждый Баладев со своими гопи, а Кришна со своими. А вот они ходят там, но отдельно, но вместе как, ну, как бы вместе, они как бы вместе, но в то же самое время отдельно друг с другом они не не общаются, скажем так. И вот они оба носят эти прекрасные гирлянды, мала. И прекрасную одежду. И вот если ваше сердце оскверненное, грязное, то не нужно таким людям участвовать в этом празднике Холи. Оно только для тех, чье сердце чисто, очень чисто. И тогда этот цвет прямо может задеть ваше сердце и украсить его. И вот те гопи, они этими красками кидаются, бросаются. Это как бы внешне, внутренне их бава, их чувства, их анурага, они это все украшает сердце Кришны, а чувство сердца Кришны украшает сердца гопи. Вот смысл такой. Некоторые думают, что просто кидаться красками или брызгаться такой цветной водой, которую потом не отстирывать. Это праздник Холи, праздник красок, но нет, значение более глубоко, как Махарадж объяснил. И вот в детстве мы тоже не знали, что что к чему, просто бросали красками, этим красящим порошком, либо этим порошком, смешанным с водой. В детстве мы занимались этим, ходили вот Махарадж рассказывает, чем мы в детстве занимались, смешивали эти краски. С краски с красками, краски с опилками, все это. В общем, украшали все, что-то делали. Ну, какое-то такое занятие было. И вот здесь говорится. They can start playing with women.
И вот некоторые люди под видом этого фестиваля праздника красок просто пытаются заигрывать с женщинами, и на этом весь их праздник кончается. Ну, вот этот праздник красок очень чист, но обычные люди как-то постоянно злоупотребляют. И вот небеса, эти звезды на небесах приняли такой вид, как будто специально их кто-то расставил, чтобы украсить всю обстановку. И луна взошла, осветила все, вся эта обстановка, она стала очень прекрасной, очень чистой, очень такой духовный ветер дул. Прекрасный ветер. Обычно пчелы ночью не летают, но они прилетели, чтобы украсить еще больше все. И вот эти кумуды распустились. Кумуды — это лотосы, которые ночью распускаются. А падма тоже лотос, название лотоса, но они днем цветут. И вот там был аромат жасмина. А жасмин, он такой вот, цветок маленький, аромат источает на большую площадь. Потом какие-то цветы маленькие были там, и вот эти пчелы, привлекаемые ароматом этих всех цветов, прилетели.
Але и вот когда эти пчелы летают, они жужжат, а когда садятся на цветы и пьют с нектар, собирают вот этот мед с цветов, перестает жужжать, а когда перемещаются, то жужжат. И вот в этой шлоке также говорится. Что эти ханихаки, спутники Шримана Махапрабху, они подобны таким медовым пчелам, которые витают вокруг нектарных лотосных стоп Шримана Махапрабху, чтобы собрать этот нектар с них. И вот если по своей великой удаче я встречусь и обрету какую-то связь с такой, с таким вайшнавом, который подобен пчелой, которая кружит вокруг лотосных стоп Шримана Махапрабху, я обрету великое благо, как собака этого Шивасачари, спутника Шримана Махапрабху, она была спасена. И эта собака смогла даже учуять аромат лотосных стоп Шримана Махапрабху. И эта собака сама побежала в Нилачал, хотя это очень далеко для собак, очень несвойственно. И вот она сама добежала до Гамхиры, кто дал адрес этой собаке, чтобы она нашла этот Гамхира Мандира и получила милость Махапрабху. И вот говорится, и вот Баладев и Кришна, они, в общем, куда-то шли, хотя это, и вот мы принимаем Баладева как своего изначального гуру, Акар-гуру, поскольку по желанию Кришны он может, и также если он совершает расу, это все по желанию Кришны, без желания Кришны Баладев не будет ничего делать и не может. Любое действие Баладев, которое предпринимает, все для удовлетворения Кришны, все для полного удовлетворения Кришны. И если Нитянанда Прабху женится, это тоже для того, чтобы Кришна был доволен, чтобы Шри Кришна Чайтанья Махапрабху был доволен. Но какие-то глупые люди критикуют его. Хотя, по сути, неважно, женился он или не женился. А если он женился, это более практично, поскольку саньяси не может пойти один в дом домохозяев. Но домохозяева могут идти, эти саньяси гораздо больше ограничений. И вот он дал ему указание, чтобы он так распространял гору прямо. И вот какие-то люди возмущаются, но мы можем им дать должный ответ. И вот после этого Вриндаванда Стакур Махашой пошел и цитировать вот эти стихи из Бхагаватам. Jagatu sarva bhutanam manaha savanam mangalam tau kalpayanto jukpat saro mandala murchitam. Mamin jagatu, it really strange, sarva bhutanam manaha savanam mangalam. All bhuta, not only humans, but also dogs and cats.
те, кто здесь сам, даже с кошки, собаки и прочие, они тоже слышали все это. И очень странно, что природа, все творение, оно вокруг, оно радовалось. Было такое чувство радости, чувство великолепия. И Кришна Баларам, то значит два. То значит Кришна и Баладев. Сарамандала Мурчитам значит они пели не что-то обычное. И здесь говорится, как? Одно слово они в разных тонах, стилях повторяли, вот как индийский, ведический стиль песнопения, не все в нем знают. Если вот одну строку можно повторить много раз в различных стилях, по-разному. И вот когда повторили так, потом тон поменяли и прочее. So without direct practical example, you cannot understand. Without practical example, you cannot understand. What can be this? You cannot understand. So in Indian one tune. В общем. This way. Or again changing this line, again different tune. It's called is a technique of is a art of. И вот это искусство песнопения, что можно какое-то слово повторить по-разному. Different art. By hearing song, one very ferocious of animal can become very tender. You have вот, слушаю какую-то песню, какой-то звук, у них даже свирепые животные не умиротворяются. Успокаиваются. Или наоборот, можно что-то там неприятное сказать, и животное наоборот рассвирепеет. Еще есть какая-то практика, чтобы поджигать эти сухие дрова. Но с помощью какой-то васантараги можно сделать так, чтобы даже сухая палка за дерево зацвела и появились свежие ветки и листья на ней. Даже камни с помощью звука плавятся. И вот недавно, лет 500 назад, доказали это, но сейчас уже не так искусно поют. И вот, но когда Сарасвати благословит вас, то вы можете говорить гораздо более изысканно, великолепно. И вот недавно какой-то мальчик из деревни, очень бедный, хотел научиться петь красиво, но тут у них на хлеб денег не хватало, а не то, что на обучение музыке. И вот он сидел, пел ерунду какую-то день и ночь.
ну, практиковался. А отец разгневался, побил его, чтобы пошел он отсюда, туда-туда. Жить, жить мешаешь своими этими, своими этими воплями. Этими воплями даже на денег на хлеб не заработаешь, так что проваливай. И вот, ну, как на Западе есть такое понятие, ну, пословица, что время – деньги. Но Шрила Прабхупад говорит, что время – это не деньги, а мы должны использовать это время для достижения парамартхи, высшей цели. Ну, в общем, этот мальчик, как его отец, выгнал, побил и выгнал из дома. Но, по сути, это стало благословением для него. Он получилось, что он отправился во Вриндаван. Сидел на берегу Кешигата, что-то пел, ему как, какую-то еду, подаяние давали. И вот однажды Сарасвати, не материальная Сарасвати, а трансцендентная Сарасвати, она стала очень довольна им, что какой-то саду объясняет. Я слышал это от саду. И вот, когда мы начали петь. А. Ну, в общем, что про другого саду, который пел на хинди, и он хорошо на английском говорит. И вот он пел, что «О, Радхе, не ходи на берег Ямуны». Вот он только это пел. Но саду, буквально само слуша, кто? Кто поет это, но тут какой-то мальчик начал петь так прекрасно, хотя до этого он только какие-то одни вопли у него были, кроме места музыки и песен. Но вот Сарасвати однажды стала им довольна, и он очень красиво, изысканно стал петь. Или во Вриндаване, Банка Бихари. Харидас Джи Махарадж, не наш Харидас, а другой Харидас, он брал божеств, клал себе на колени и пел для них. И Бхагаван явился перед ним. И вот насколько прекрасен Бхагаван или Сурдас. Сурдас, он поклонялся Бхагавану с помощью своих песен. Он был слеп, но мог прекрасно петь. И каждый день холодно, жарко, дождь проливной, землетрясение или еще что-то. Никто ему не мешало. Он брал палку, шел. Доходил до Шринатха и начинал петь для него. Никого не было, в то время был лес, где-то 250 лет назад. Было, ну, так, удобств никаких не было, и вот он перед Шринатхом сидел и пел, а Шринатхи. Он приходил, садился рядом и слушал. Да, у меня даже фотографии есть. Это не какая-то история, это факт. Гопал Шринатаджи Махарадж сам приходил и слушал его. Даже я могу показать место, где Кришна и его друзья начали соревнования. И вот, и в Бхагаватам также говорится, Кришна поет, Радхарани поет, гопи поет. И для них это песнопение, это совершение баджанов, киртанов, это садана у них такая. Это их такой баджан, это практически примеры. Или тансен. Сколько лет прошло? Ну, лет 500. Тансен, он ученик Харидаса, который
пел для Банка Бихари, он его ученик. Банка Бихари был так доволен его пением. И вот наш этот Тансен, и вот он был, жил во времена этого царя Акбара, и вот этот Акбар хотел получить даршан этого саду. Он был во Вриндаване, приходил во Вриндаване, в одежде обычного человека, обычного саду. Много раз он приходил, не единожды. Даже ходил в одной копине, но в такой трусах, в общем говоря, и ходил так по Вриндавану. И вот однажды он пришел к Тансену и сказал, что хочу получить даршан твоего Гурудева. Ну, он сказал, что ты царь, а Гурудев не будет встречаться с никакими царями, женщинами и прочими. И поэтому издалека можешь посмотреть на нее, мы спрячемся в кустах. И когда они пришли, они обнаружили, он поет для божеств, как сумасшедший, и плачет так прекрасно. И вот Акбар Бадша, этот царь, был очень восхищен, удивлен. И Тансен, они были буквально очарованы. И Тансен сказал, что не нужно его беспокоить, пойдем назад. И вот однажды Акбар Бадша сказал Тансену: «О, Тансен, можешь ли ты спеть ту песню, которую пел твой Гурудев, когда мы ходили к нему на даршан? Можешь ли ты спеть эту песню?» «Да, конечно». И вот после этого пения, когда все кончилось, все собрание, оно оцепенело буквально, никто не мог. Было такое необычайное спокойствие. И Акбар Бадша сказал: «Очень прекрасно, великолепно, но это не то, что я слышал от твоего Гурудева. Ты, конечно, великолепно поешь, непревзойденно, но мы не можем сравнить то, как поет твой Гурудев». И тогда Тансен сказал: «О, Махарадж, как ты можешь надеяться, о царь, как ты можешь надеяться получить такое же качество, поскольку мой Гурудев пел ради удовлетворение Банка Бихари. Он пел только для него с таким абсолютным настроением. И он не был...» «Я пел для твоего удовлетворения». Он пел для удовлетворения Верховного Господа, поэтому получилось так, а я пел для тебя. И поэтому как может быть это подобным? И вот когда я говорю для удовлетворения Бхагавана, это одно, а если ради дешевой славы, это совсем другое. И таким образом... Кто-то достигает успеха, просто совершая киртаны для Кришны, кто-то танцует для Кришны. Это возможно. И вот Кришна Баларам в Югалгите мы можем найти в Какилаване. И имя этого леса – Какилаван. Там эти кукушки. Fourth scale, it's got fifth scale,
кокирсу. Ку, ку, это фипске. Фипске song is very typical. So Krishna Balaram started singing in fipske. Just like cooking. И вот Кришна Баларам они начали петь на каком-то пятом этом, пятом стиле, как подобно кукушке. И вот Вриндаван Дас Тхакур приводит все свидетельства, проясняет это доказательствами из всех шастр. И Шрила Прабхупад также говорит, что изучив Бхагаватам, если вы не разовьете любви к Баладеву, то тогда, несомненно, ваше чтение Бхагаватам было бесполезно. Вот Шрила Прабхупад также сказал, что некоторые люди читают Бхагаватам и не видят Радхарани там, но что толку тогда читать Бхагаватам, если вы не видите самой сути. То есть некоторые даже не имеют никакого представления, где, спрашивают, где же Радхарани, Бхагаватам, где это все. Шрила Прабхупад, ну, он сказал, ну видите вы имя Радхарани Бхагаватам, что толку с этого? И вот Шрила Прабхупад говорит, даже изучив и вот Вриндаван Дас Тхакур также говорит, что если вы изучили вот эти все писания Бхагаватам, у вас не родилось ни капли любви к Баларама, то что толку. И вот даже прочтя Бхагаватам, если кто-то не прославляет Баларама, Баладева, то такие люди недостойны быть в преемственности Вишну и Вайшнава. Те, кто не уважает Бхагавату Пураны, такие люди подобны явно мусульманам. Но мусульмане в индийской этой культуре, как сказать, самые плохие эти люди, поскольку у них все совсем наоборот. Поэтому считаются олицетворением всего плохого. Мы должны уважать Баларама, даже если мы игнорируем Кришну, это не плохо, но Баларама мы должны уважать. Кришна не может потерпеть, если вы будете делать что-то против Баларама. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махашой, он гневается, но гневается таким трансцендентным гневом. Вриндаван Дас Тхакур Махашой говорит, и вот он выражает трансцендентный гнев.
Он говорит, те, кто критикует Баладева, нельзя сказать, что они мужчины или женщины. Они эти, как-то, хиджа, но средние, как их на русском, нечто непонятное, ну, бестолковые люди. И вот Вриндаван дас Тхакур, он гневается на них. И вот и какие-то люди кричат, возмущаются, где же доказательство, что есть раса Баладева, но в Бхагаватам об этом говорится. И вот вайшнавизм значит дать должный ответ, должный, как сказать, повернуть какую-то апасиданту, как кто-то спрашивает, где доказательство, что раса Баладева и вообще есть, но в Бхагаватам, в Вишнупуране есть множество доказательств этому. И вот на сегодня конец, поскольку слишком много, то как если слишком много есть, то не сварение будет. Вот, на сегодня конец.